Итак, дорогие друзья, когда у нас боли в пояснице, идиопатические боли, да, не ясно от чего. Ну, я вам сразу скажу, ну, это может быть грыжа, да, вот он давит на корешок нервный, радикула. Это может быть повернутый позвонок, или сакроилит каких-нибудь, или вот тут сжаты, да, фасеточные суставы, там артрит такой небольшой начался. То мы, нам прежде всего нужно вытянуть поясницу. Например, кладем человека, если на столе не справляются, то на пол. Под поясницу подкладываем, все внутри, вот такую растыночку, прямо под подвздошные кости. Так вот. И натягиваем немножко вот так вот на себя, назад. Видите, силы рук я почти не применяю за счет отклонения корпуса. Вот потянули, потянули, покрутили, вот так вот. Раз с натяжечкой, да? Далее поставили ногу перпендикулярно вот так вот позвоночнику с натяжкой двумя руками и второй ногой аккуратненько на поясничку так раз, раз. Я просто демонстрирую, не буду делать дальше. Так, теперь вставай в коленно-локтевую позу, поза стола или там поза собаки некоторые говорят. Вот, и помогаем человеку продышать. На выдохе вдох, вот туда помогаем, давим, выдох. За живот помогаем, еще выгибать спину, как кошечка, да, вот так раз. Кошка выгибает спину, кошка опускается вниз. Кошка выгибает спину, опускается вниз. Несколько раз продышали, теперь держим таз, смотрим, чтобы ноги были перпендикулярны полу, а тут опускаешься на локти сначала. И теперь руки вперед вытягивай. И вот так, да, мы держим таз. То есть, получается, у нас кошка пролазит под забором, а мы помогаем. Вот тут таз я оттягиваю в обратную сторону, да, а здесь вот расшатали, расшевелили все с вибрацией, потянули с одной стороны, с другой, подзагонали, вот, и сам прием провели. Вот так вот. Так, ну, теперь ложись на спину, после всех этих приемов, предлагаем человеку все-таки отдохнуть, потому что подняться тяжело. Ставим ноги, коленками кладем на стул. Желательно повыше, вот так вот. Да, клади, клади. Чтобы его поясница, она не касалась пола, там висела хотя бы несколько миллиметров. Вот, и так вот минут 10 пролежать, чтобы отпустили все боли. После этого человек уже может подняться, точнее вы ему поможете подняться, потому что там боль бывает нестерпимая. До новых встреч, дорогие друзья, с вами был Олег Алафов-Гудвин. Метка попадания.